Мы видели их. Много видели. Разных. Хороших и плохих. Скучных и веселых. Добрых и не очень. Больших и маленьких. Сначала отвергали, не понимали их. Потом прониклись и даже полюбили за их бешеную энергетику. В какой-то момент даже стали мечтать о том, чтобы и у нас были такие. Кажется, теперь, за 2 недели до вылета в Турцию, мы все-таки решились. Сыкотно? Да не то слово. Сыкотно за то, будет ли это кому-то нужным. За то, чтобы не ляпнуть чего лишнего. За то, что, возможно, изменим сложившееся мнение зрителей о канале, о нас. Но нужно развиваться дальше. В эту субботу и каждую последующую субботу будет наш первый раз, наш первый стрим. Мы 2 недели настраиваем миллион всяких штук для того, чтобы вам было немножко веселее. Через 2 недели мы летим в Турцию. Пускай это будет основной темой стрима. А говорить будем обо всем.